Это мастер по арбитону Ольга Ван. Она жила в Германии и делала много интересных работ. А теперь она бросила Германию, переехала на родину в России. Живет в Краснодаре. И теперь она прислала нам фильмы, как она делает ремонт своего дома. Вот кому интересен этот мастер, она будет присылать свои работы уже на новом месте у себя дома на родине. Вот это то, с чего мы сейчас начинаем. Жаль, не сняла раньше, но, по крайней мере, все равно понятно, что вот это будет начало. Основа, на которой будет потом виден результат окончательный. Это вход в туалет с ванной. Это как отдельно просто гостевой туалет, скажем. А эта дверь ведет в гараж. Вот. Виснет у нас, шторочка висит красивая. Тут скоро кроватку сошью, Линочки. Коридор еще не трогали. Это вот вход в нашу спальню, дверь. Здесь еще у нас тумбочка будет, вот здесь под телевизором. Вот эти кресла я сделала. Они, конечно, были ужас какие. И сшила вот такую накидочку на диван еще. Ну, уже посидели мои граждане. Спальня тоже еще не доделана, но сегодня первую ночь ночуем. Это вот такие речки я оббивала сама с поролоном и приклеивала к стене. Обтянули кровать тоже, она была из черного дермантина. Теперь она у нас вот такого цвета, шикардосная. Купили гардину, будем прикручивать, потом шторки шить. Вот этот шифонер тоже у нас обретет другой цвет, и комод тоже. Все это еще переделаем. Но сегодня первую ночь ночуем в своей комнате. Вот эта лампа была черная, сделали ее белой. Теперь все осветлили, в общем, все, что можно. Ну вот Никиткина комната. Вот такая она сейчас. Вот, позже покажем, какая станет. Вот они, Никитина комнатка. Thank you.
Это тоже наши немецкие номера от машины. Один у Аники, один у Никиты. Рабочее место тоже здесь, компьютер. Здесь он отжимается у нас.